Несколько раз просили уволиться по собственному желанию, а после сфабриковали уголовное дело. По такому сценарию, уверен бывший сотрудник правоохранительных органов, прошло его увольнение. История бывшего помощника участкового села Жараспай Нуринского района в нашем следующем сюжете. Юрий Мерзляков почти 9 лет проработал в правоохранительных органах. Все началось с задержания скотокрада, рассказывает бывший помощник участкового. Поступил вызов, мы выехали ночью туда. У него рядом было ружье мелкокалиберное, оптический прицел, корова лежала, туша коровы уже застреленная, зарезанная. Материал все собрали мы и вызвали группу, следственно-оперативная группа приехала, все как изъяли и доставили человека туда вместе с его автомашиной. Там у нас в отделе машину никуда не загнали, штрафстоянка, ничего. Слышал, что у него есть хорошие связи здесь. Есть родственники, которые на хороших местах сидят, высоких местах в полиции. Я думаю, то, что помогли ему. Вскоре выяснилось, что из машины подозреваемого пропали магнитофон и удочка. Эти вещи нашли в машине Юрия Мерзлякова. Все подстроило руководство против меня. Даже вызвали меня на работу, так как у меня машина не закрывалась. В этот момент вышли два замначальника и начали проверять машину без регистрации, без ничего. Я вот с дома выезжал, у меня ничего не было в машине. 15 минут машина поставила возле нашего ОВД, и оттуда у меня начали изымать как бы вещи якобы его. На Мерзлякова возбудили уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий». Возмущенный случившимся, Юрий повез жалобы в Караганду, в ДВД и Финпол. В это время за то, что помощник участкового отсутствовал на работе больше 3 часов, его уволили. За грубое нарушение служебной войски, дисциплины и трудового законодательства Республики Казахстан по приказу начальника ДВД Карагандинской области данный сотрудник уволен из органов внутренних дел. Юрий Мерзляков собирается дальше искать правды. Он уверен, что стал жертвой предвзятого к нему отношения. Людмила Батюшкина, Диас Нурмуханов, Равиль Валеев, 5 канал.